привозили свиней со стороны в такое время. Мы фотографии там Никитин Андрей Михайлович съездил, сделал, человека приглашали. Это Гордяково Немой, это в Сингальчах. Вот. Недавно, значит, через суд этого человека мы штрафовали на 40 тысяч рублей. Государственный ветеринарный инспектор Анас Сулейманов докладывает о ходе работы по профилактике распространения африканской чумы свиней. Нарушители караются штрафами, причем крупными. Однако не все фермеры прислушиваются к предупреждениям инспекторов. Один из них – житель села Шереметьевка Константин Чупаев. Свиньи, которых он разводит, свободно разгуливают по деревне, по полям, губят урожай. А туши умерших животных он выбрасывает в реку. Долг по штрафам, выписанным этому фермеру, составляет около 700 тысяч рублей. 100% учет и 100% безвыгульное содержание свиней. Никаких оголовок, никаких, значит, причин не должно быть. В Татарстане ситуация с африканской чумой с каждым днем ухудшается. Вирус дошел до Нурлата. Сейчас карантин объявлен в 9 районах республики. Нижнекамского района в этом списке нет. Сегодня у нас разведением свиней занимаются 3 крупных хозяйства. Нефтехим «Агропром», агрофирма «Кармалы», «Шинник». В них насчитывается более 20 тысяч животных. Выращиванием свиней занимается и личное подсобное хозяйство. Елантово – русское село, свиней очень много содержит. С населением у нас и фермерские хозяйства имеются, очень много. Макар Валерий Анатольевич, у него около 100 с лишним свиней. Поэтому мы с ними ведем большую работу. На сходах граждан проводили на каждом наших планерках. С ними беседуем и объявление написали. В общем-то, ведется работа. Переносчиками африканской чумы свиней могут быть клещи, грызуны, дикие кабаны. На последних в лесах введен отстрел. У меня просьба и требование также, значит, нашим охотничьим хозяйствам и охотонадзору. Именно они, те кабаны с Нурлатского района, начнут обстрел, могут перейти к нам потихонечку. До 100 километров они в день могут уйти, поэтому тоже наблюдать, соблюдать и обследовать, нет ли среди них гибели, нет ли, значит, как бы доступа к населенным пунктам. Вокруг свиноводческих комплексов в радиусе 10 километров у нас получено разрешение на отстрел, на регулирование численности кабанов. Африканская чума свиней – особо опасная вирусная болезнь. Она поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года. Болезнь распространяется очень быстро, погибает до 100% заболевших свиней. Вакцины от вируса не существует. Однако для жизни и здоровья людей африканская чума опасности не представляет. Гульяна Нигматуллина, Ренат Харасов, Новости НТР.